Всех приветствую на своем канале. Сегодня делаем четки перекидные из оргстекла. Это будут четки, Юрий, для вас. Те четки вторые, которые вы мне скидывали. Те четки были сделаны из эбонита, из прутка. Там звенья все круглые идут, скругленные. То есть пруток 7 мм, я так понимаю, был. Тут же придется каждое звено закруглять индивидуально. Ну и плюс однотонные делать или простые. Тоже мне не интересно. Решил добавить немного геморрою в работу. Сделаю звено из трех пластинок оргстекла. Прозрачные по краям, по центру черные будет. И, как я предполагаю, дальше сделать узоры, то есть узор полностью на всю длину четок. Это было бы довольно таки интересно смотрелось, по крайней мере, я такого не видел. Либо же можно было бы даже какую-то картину выгравировать, потом распустить на звенья. Тут в чем дело, проблемно будет то, что длина звена 7 миллиметров, это вообще можно сказать особо сильно там не изобразишь чего-либо. Да, это вот длина звена 7 миллиметров. Ну что ж, загадывать не буду, поскольку начинаю делать пораньше эти четки. Сегодня у нас 20 числа, по-моему, 22 или 24. Буду делать свободное время от других работ. Сейчас еще планирую картину параллельно делать. В общем, должно получиться что-то интересное. Ну, дальше, как всегда, под музычку. Смотрим, что получилось.
Thank you.
We'll be right back.
Такие здоровые четки я еще не делал. Пожалуй. Размерчик великоват. Да и вес большой. Крутить непривычно. Но тем не менее, прикольно. Вот такие вот получились четочки, Юрий, по вашему заказу, вернее по вашим размерам. Единственное, на 0,5 миллиметра больше ширина, там было, по-моему, 20,5, а здесь же 21, толщина семерочка звена. И длина семерка, там 7,1 миллиметр, где-то так. Общая длина была там у вас 22,5, здесь же 22,8 где-то, но это если учесть то, что напуск. Если без напуска, то будет идти, по-моему, 22,5, так и будет идти. Ну и наконечники от 21 до 23 на расширение. Здесь же на утолщение от семерочки до 23, по-моему. А, нет, не 20, что я говорю? До 11. Во. 11 миллиметров. Да, подзадолбался, конечно, я их выпиливать. Почти неделя ушла, сегодня где-то 28 число, по-моему, 22 начал, и сегодня 28 вечер, ну да, неделя ушла. Прикольные, конечно, получились. Вы просили сделать на свое усмотрение, только по внешнему виду, чтобы были такие же, как и те на фотографии. Узорчики здесь, кстати, с одной стороны, плохо видно, наверное, будет. С одной стороны центровой узор идет золотой полностью, с другой же стороны центровые завитушки, вот эти белые, идут. Это на тот случай, если вдруг змеи перемешаются, так проще будет их собрать обратно, этот пазл. Ориентироваться по центровому узору. Здесь золото, здесь белое.
Что у нас, кстати, по весу общему? Получились довольно-таки увесистые. Тридцать восемь и семь. Ну, в принципе, на этом все. А, ну да. Здесь проставки латунные не стал делать, поскольку наконечники и так увесистые, весу хватает. Ну, а на этом все. Всем спасибо за внимание. Всем пока. Удачи.